Il presidente russo Vladimir Putin ha definito un fallimento l'incursione transfrontaliera dell'Ucraina nella regione di Kursk. Intervenendo giovedì alla sessione plenaria del Forum economico orientale, Putin ha affermato che Kiev non è riuscita a raggiungere il suo obiettivo, ossia fermare l'offensiva nel Donbass. Dobbiamo pensare ai людей, которые, безусловно, проходят через серьезные испытания и страдают от этих террористических актов. И священный долг вооруженных сил сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан. Ну и вся страна, конечно, должна делать все для того, чтобы людей поддержать. Что касается военной стороны дела, то я уже об этом говорил. Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которой является нашей первоочередной целью. Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось. Мы с уважением относимся. In maniera un po' canzonatoria, il presidente russo ha poi espresso il suo sostegno alla candidata democratica alle elezioni presidenziali statunitensi Kamala Harris. Был действующий президент господин Байден. Вот он, его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим, значит, сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Это, во-первых, вот, а во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у нее все хорошо, то значит, вот этот Трамп, он же ввел столько количества всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько для него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от таких действий подобного рода. Durante il panel Putin ha anche detto che preferirebbe avere Cina, Brasile e India come mediatori nei colloqui di pace con l'Ucraina. Kiev ha più volte dichiarato che non intende impegnarsi in negoziati diretti con la Russia.